Друзья мои, в этом году мною было написано две песни. Но что одна, что другая, они настолько шикарные, что я их просто спою один под акустическую гитару от Мишки Никольского. Я ему подыграл на басу. Я думаю, что между нами уже никаких терок просто быть не может. А послушайте. С моей помощью ты не сможешь отмазать. Послушайте. На барабанах Арсен Давыдович Израилов, на гитаре электрической Юрий Васильевич Григорьев. А там где-то сзади сидит Владимир Свинкович Свинок. Володя, я понятия не имею, что из этого получится, но я очень хочу петь эту песню. Кто меня знает, те прекрасно поймут каждое слово этой песни, сколько крови из меня вытекло за каждое слово этой песни. Чаще,